Громкая музыка и задорные ведущие привлекли внимание жителей дома номер 25 по улице Новосадовая. Во дворе детский праздник. Ребята не только участвуют в конкурсах, но и узнают правила безопасности вблизи энергообъектов и учатся грамотно использовать коммунальные ресурсы. Родители этому только рады. Я рада, что такие праздники проводятся во дворах. И то, что они не только развлекательные, но и познавательные, как я успела увидеть. Дети с удовольствием участвуют. В рамках проекта «Т-плюс» родному городу родители и дети получают полезную информацию. Энергетики консультируют по начислению за тепло, рассказывают о возможности получать и оплачивать квитанции онлайн. Это помогает защитить личные данные и внести свой вклад в сохранение окружающей среды. Сейчас в Самаре каждый десятый клиент компании пользуется электронными квитанциями. Число тех, кто отказался от бумажных платежек, становится больше, в том числе и после таких акций. Есть отличные... такой канал рекламный, как «Сарафанное радио», которое они побывали здесь, рассказали своим бабушкам, дедушкам, родным, родственникам, знакомым. И от этого получаем очень большой эффект, поэтому часто проводим такие мероприятия. Они помогают и нам, и жителям быть ближе друг к другу. Такие же полезные дворовые праздники пройдут и в других городах региона. Михаил Ермоленко, Андрей Горгуленко, Петр Паламеев. События.